Несколько точек распределяют в связи с революцией. Это еще один формат замечательный друг от друга круглого стола. Опять же, я очень верю в то, что это возможно в России. Но, знаете, опять-таки, при выборе между... Я не думаю, что эта ситуация неразрешима. Но, еще раз говорю, развилка еще пока не...